Сегодня у нас 28 июня, продолжаем осмотр домов, где кто как работает. Вот Егор приехал с Канады и уже тут трудится на нашей усадьбе, из одной усадьбы. Ну что, Егор, уже пот сходит с тебя? Нет. А что ты без этой, сломал что ли? Да. Так надо починить. Ты ее приноси туда. А Игнатьевна где? Он здесь? Видишь, как мы выкарпили? Ой-ой-ой. Не по-детски вы работаете. Он и я тоже трудится. Косы не дали, вот чем нам подохнет. Сказали голыми руками не брать. Ага. Держу досточкой. Ну, там его надо посмотреть. Так, провод куда-нибудь повыше привяжут. А как это можно вытащить отсюда? А надо эти щипцы, там, наверное, гвоздь. Ну да, тут щипцы. У вас тут нету ничего? А вытаскивай руками. Вот смотри, она вытащилась. А вот это попробуй это как-нибудь зацепить. Пойдет оно, не пойдет. Если не пойдет, то надо чем-то железо какое-то вытаскивать оттуда. А у тебя это где черенок? Илья? Нет, черенок. А сломанный. Вот здесь. А, вон здесь. Там или высверливать, или что-то такое. Саморез туда вгонять и вытаскивать. Сейчас я посмотрю, электричество тут есть, нет. У нее отключено. Сестра, Наталья, отключено у нее. Отключено? Да. Он не слышит вас, он далеко. Отключено, отключено. Провода, ты видишь, что наматываем туда? А то матушка, она их распустила. А я хочу сделать выше головы. Но она это даже хотела, может, где-то, говорит, а, вот оттуда вот. Все, я выше головы сделаю. Ага. Там у мужиков где-то есть. Шурупа нету. Тут у вас ни гвоздей, ничего нету, да? Ну, шурупы у нас было несколько, мы от замка, мы их били, где-то вешали. Понятно. Надо сюда что-то один вывешать. Это на я потом домой надо. Другой тяпки-то нету. Поищи, может, это где-то найдешь. Поищи, может, железки где-то. Где-то, где поискать, в траве? Ну нет, тут нигде не нет. Вот теперь будет понятно. Это у нее насос качает. Вот он насос, видишь? Да. Это провод. Да-да. Это трубопровод идет. Угу. Шланги. Это дрова, надо их никуда не трогать уже. Там у нее отключено, я посмотрел. Ну это хорошо. Сейчас ты здесь. Вот это размотать надо. Иди. Если иду. Отключено, разматывай. Иду. Она намотала тут очень много. То ли она на другое озеро думала тут еще. Видишь, это только у одной матушки столько проводов. Давай ближе туда. Что, достал? О, о, молодец. Все тогда. Вон тот, бери, тот-то черенок. Голос сломалась, тяпка. Надо наделать. Хорошо работал. Хорошо. Ну что, он парень крепкий, что ему это? Что-то вставил? О, сейчас это. Нет, не так, не так. Возьми вот этим концом, об что-то такое побей, об железо там или об чурку. Такое, чтобы дубовое было, чтобы можно было заколотить его. Посмотри, он там где-нибудь. Он где выставляется бетон, может там где-то. А где такое твердое? Я обошел твердое. Вокруг. Практически сейчас посмотрим, сколько крапивы на этой нарубил. Да, да, да. У меня лопата, мне удобно, а им-то неудобно. Ну все равно, видишь, вон, накосили-то всю поляну, скосили. Побольше забивай. Все было забито.
Тут что-то есть? Нет, дерево есть. Ну сходил к Виктору, заснял там у него все. Он там полностью почти, кроме стен, меняет. Николай, повыше сделайте. А? Вот эту последнюю. Вот так вот. Так, ну, подожди. Вот так вот, повыше. Подожди, хватит, нет. Надо еще выше. Ну, все равно выше. Еще выше. Ну, хорошо. Вот этот вот бы еще. Вот этот вот. Зачем выше? Ну, чтоб это тут же. Там ничего не оторвется? То получше. Да нет, там рваться нечего. Это даже дед Никита голова не зацепит. Вот этот поближе сюда. Наталья, молодец. Смотри, что сделали мы. Там казалось не в проворот. Ой, матушка теперь ходить будет. Так, теперь что же он у Иосифа не доделал? Вот это обшивать надо же. Ну да. Он говорил, тут доски лежат, вот все надо обшить. Так. Я для ложки тут прям вылетит легко. А? Ну все, да. Я вставил. Вставил, ну все. Сейчас только на это. Гвоздик-то тут я взял. Вон, возьми гвоздик. Он там где. Старый гвоздик. Вот здесь. Там будет. Сейчас я только. Бульдозер пойдет сюда. Железку найди какую-нибудь и забьешь. И вот эту вот глину может начинать стаскивать. Но эти деревья надо спилить. Вот эти? Да. А что, для чего это? Глина. Для чего? Но. Глина. Вот здесь перекрыть это сделать. Так хотим дамбу создать. А, ну понял. А где ее брать, глину-то? Угу. А она, вот она рядом. Поэтому с дровами я даже не знаю, что делать-то, как. Если дрова куда-то убрать ближе к дому. Туда, может, в уголок куда? Чтобы он вот так мог проехать, вот здесь развернуться и туда спихнуть глину. Дело в том, что это тут на столбушки некоторые пойдут. Вон, тут хорошие. Ну, пойдут, надо убрать сначала. Куда убрать? Ну туда. Ближе туда. К дому. К дому надо. Да. Давайте сейчас перенесем. Да. Это не так много. Все, Володя, на этом. Угу. Давай, подожди, Мария. Это, Наталья, бери. Ребята тут бери, делают тяпки. Берите. Вот. Сейчас я косу. Подожди. Положите это свое, да. Ничего нигде не нажимать. Ты видишь еще? Вижу. В экран, чтобы попадал. Положи серп. Отними у нее серп. Положите серп, а то я. Вот. Заходи, Володя. Давай перекидаем сначала. Возьми гусь немного так всю кучу. Как у вас дела, ребята? Люша, как дела? Молодцы. Городской житель ничего этого не знает. Он просто пришел, получает пенсию, главное, хлопочет. А делать-то не умел и не умеет. Так умрет, не будет уметь. Какие-нибудь там книжки там просидел. Начинаем, главное, с нуля. Бросай. Куча, потом спилят это дерево. И вот смотри как, спилят. Если этот день не считается, то через 2 дня будет костер. Пятницу? Да. Вот.
надо прийти. Не нашел? Скидить. Железо не нашел. Вот сейчас надо убрать. Я попробовала так здесь кусочек. Вдвоем, вдвоем бревно. Володь, помоги, Игнатий Тихонович. Давай. О, а еще как? Она могла меня ударить. Давайте это все уберем, а потом остальное. Тут понятно, что делать. Все на этом. Обойди вокруг, повозьми. Потуши. Теперь надо положить, да можно и на положить. Тут ничего нет. Вот. Все. Сейчас я лопату возьму. Вон матушка дала Егору. Что-то какие-то там шланги тащит или что он там. Добрый день. Это Егор. Егор уже работает. Вот это сейчас дрова они вон туда сносят, видишь? Да пускай сюда носит. Вот. Он отсюда зайдет. Сейчас Роман придет, вот эти деревья спилит нам. И вот здесь вот он туда выдвинет, а и оттуда заберет. И тогда вон там он, вон где Егор идет. Вот эта трасса сделать с трубой. Угу. Чтобы этого не было. Ну вот замыслы есть, а не знаю, выполним нет. Вот все перетащили. Угу. Дорога свободна. Ну все. А это с серпом работает. И там... Ну и хорошо. Там у Нади тоже сипом все делаем. Ну, давайте. Сейчас идет. Не-не, это лопатой, это лопатой. Лопата? Конечно. Это лопатой, лопатой. Ну, где она лопата? Вы сломать. Вот она, вон. Угу. Это вот посмотри, как сейчас не расправлю. Вон вас, матушка, вам сделали. Хорошо, спаси Христос. Вон за угла. Лежали вот эти вот дрова тут лежали. Вот видишь, мы перенесли туда. Угу. Слышишь? Я думаю, дровишки-то говорила, что для пчел надо бы зимой косить. Ага. Все, ничего нету. Мне это в доме надо оплачивать электричество. Вы там оплачивали? Сейчас Роман в моем подойдет доме, с машиной. Каменным. Там лицевой счет нужен. Лицевой счет нужен. Давно не платила. Он же был отключен. Просто, только не, сразу не говорите, а иначе за подключение возьмут все. Но они уже подключили там все. Да? Конечно, мы же электричеством пользуемся. Ага, скажешь, что новый счетчик, новый все. Ну ладно, там. Ладно. Слушай, ты там не оставил мне еще воду, а то я пошла на дно сидеть. Оставил. Володя, ну, спасибо. Сейчас мы только начнем. Топор есть тут? Топор-то есть, нет? Нет. Так. Вика, Роман, туда. Придется попроси, чтобы он по успел. Дороге беги домой, у нас под кроватью, вот, где ласточки, там под кроватью большой топор, который большой, захвати его, сюда принеси. С веселым, радостным весом беги. Веселыми ногами. Так, не тормози. Старуха горбатая, отойди в сторону. Давай. А ну-ка посмотри, какая. Давай. О, вот так и ходи. А то на кого похоже-то идет, старше моей. Молодец! Догоняй его. А. Ну все, пошли. Куда? Я Роману говорю. Все, вы остались одни. Я потихоньку. Вот сюда вот. Смотрит. Что за поприще опять тебе новое, да, придумали? Этого здесь вот, наверное, надо поднимать. Он там забор-то сломает сейчас. Дерево как рухнет.
Тут кругом жгучая крапива. Очень жгучая. Даже не схватишь, чтобы подняться в горку. Ни за что. А вот там все, вот подъезжает, бьет. А куда он возьмет-то? Как? Он давит это. Ему надо. А вы бульдозером хотели? Конечно, бульдозером. А как чем больше-то? Бульдозер оттуда зайдет, и вот это он выдвинет туда. А когда все надвигает куча, тогда он с той стороны начнет. Ну а как? У нас выхода никакого нету. Один бульдозер. Экскаватора нету. Все, отстегнем. Тебе за помощью бежим каждый раз. Это пошел парень-то это, с Канады приехали сегодня. Ага. Мы уже сразу запрягли их где-то. Четыре человека? Да, четыре. Она попала. Подготовить. Давай, вот эти вот два. Там что-то под низом стоит. Посмотри, брат, под забором. А как? Ну давай, отстреливай. Там что-то стоит он. А? Вон там шиферина стоит. Ну а шиферина-то оно не нужна. Аккуратнее.
тайге будет заходить. Вот так, вот так. Это убирать. Да. Надо вот это убрать. Дальше. А это что, пенек? А я не знаю, сумеешь ли его убрать? Было бы неплохо. Вот так, пониже или? Вот это вот, выше тут не надо. Я боюсь, что... Теперь вот это по порядку заходим. Какой красивый. Ветла красивая какая. Разлапистая. Корни вон у нее торчат. Все, дальше туда? Да. А большие вот те? Да. Остаются большие? Это большие, вот это свалим тоже. Зайду. Матушка попросила меня насчет. Что делать? Насчет уроков английского. Это мне все равно не понимает. Ну да, прежде с ребятами начнем поговорить, а потом с ней. Вот Илья стоит. Сейчас смотри, какое будет дерево падать.
сейчас она упадет. Давай. Хотите столкнуть ее? Тут надо ее столкнуть вдвоем. Рычаг какой-то. Вот это вот лежит рычаг. Вон. Все, ушла. Как ее? А там она отпилила, нет? Кора. Отпилила, да? Топора-то нету, не принесли. Принесли, принесли. Вот топор дайте. У кого топор? Пускай сюда зайдет с топором. Там лучше вон с той стороны подняться вам. Стой, стой, стой. Топор, давай сюда. Илья-то куда делся? Илья-то куда делся? А что-то долго там он. Пора уже выйти. Ой, ветка. Ah!